«Контакт» прошла встреча, приуроченная ко дню информирования об аутизме. Главные гости праздника – особенные дети. Для них провели адаптивный мастер-класс. Кроме того, каждый ребенок смог попасть на лечебный сеанс пэт-терапии со специально обученными собаками. Специалисты утверждают, такая методика позволяет особенным детям расслабиться и привыкнуть к новым окружающим их обстоятельствам. На практике это действительно дает результат. Самое главное, чтобы таких деток социализировать в нашем обществе. Раз. Второе, чтобы люди знали о том, что есть особенные детки и умели вести себя правильно. В процесс взаимодействия с окружающим миром детей вовлекли и на интерактивном спектакле под музыкальное произведение Антонио Вивальди «Времена года». Встречу, посвященную детям с особенностями развития, здесь проводят не в первый раз. Инклюзивный проект Дома культуры «Мир без границ» охотно поддерживает детский реабилитационный центр «Тысяча шагов». Участие в празднике приняла и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Омбудсмен уверена, благодаря такой поддержке семей со стороны специалистов удастся существенно улучшить качество их жизни. Это очень непростой образ жизни для всей семьи, и это испытание на всю жизнь. И для нас очень важно поддержать родителей и как можно чаще говорить им спасибо, давать им возможность выдохнуть, отвлечься, давать им возможность почувствовать, что они, их дети такие же, как и все остальные. Подобные встречи помогают адаптироваться детям и дают сил родителям, каждый раз доказывая, что мир на самом деле без границ. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.